Старейший человек в Молдове Александра Долгиер из Саровского района. Через 2 недели ей исполнится 112 лет. Долгожительница рассказывает, что за всю жизнь не приняла ни одной таблетки, а вместо спорта пропалывала огород. Но история Александры Долгиер не счастливой старости. Пенсионерка не слышит, не видит и доживает свой век в пристройке, горевшей уже несколько раз. Зайти в свой дом она не может, ступени слишком высокие. Ты любишь жизнь, когда молод, а мне за что ее любить? Я ничего не вижу, никого не вижу, щупаю и слушаю только стены. Пенсионерка рассказывает, что у нее в роду много долгожителей. Ее мама, например, прожила до 96 лет. Больной Александра Долгиер себя не чувствует. Больше всего ее мучает именно одиночество. Все близкие родственники давно на том свете, а заходит к старушке только жена одного из ее внуков. «Мне бы хотелось есть вкусно и досыта, но если нет, что она мне готовит, то и ем». За целый век Александра Долгиер ни разу не покидала родное село Слобозия-Нове, только обрабатывала землю. Столицу она впервые увидела в 110 лет, и то только тогда, когда на старушку напали собаки и ее госпитализировали. По словам женщины, ухаживающей за долгожительницей, та чудом выкарабкалась. Но у нее большой опыт выживания, что неудивительно при пенсии в 1400 леев. «Мы сжигаем около 10-15 тысяч леев в год. Мне нужно топить печь. Она все время трогает ее, чтобы почувствовать, тепло это или нет». 14 марта Александре Долгиер исполнится 112 лет. И по ее же словам, лучшим подарком для нее станет вечный покой. Если вы хотите сделать жизнь долгожительницы намного лучше, позвоните по номеру на экране 068 060 315.